Какие перемены ждут работников культуры и спорта в новом году? На этот вопрос ответил Владимир Ружицкий в рамках тех же обсуждений обращения губернатора с люберецкой общественностью. Очередная встреча прошла в Красковском культурном центре. На сегодняшний день в Подмосковье большой спрос на профессиональное образование. Об этом в ежегодном обращении к жителям сообщил губернатор столичного региона Андрей Воробьев. В городском округе Люберцы путевку в жизнь молодым людям дают в 6 высших и средних учебных заведениях. Профессиональные азы в округе постигают более 7 тысяч студентов. Всего в Московской области 49 колледжей. 12 входят в топ-100 лучших в России. И надо сказать, один из них – это ваш техникум Гагаринский, вы это знаете, да? Также у нас в топ-100 вузов России входит наш МГАВ. После отчета Владимир Ружицкий обсудил с молодежью вопросы дальнейшего развития Люберец. Речь зашла о реконструкции Октябрьского проспекта, стадиона «Торпеда», а также о создании новых рабочих мест на территории округа. Кроме того, студентов-гагаринцев заинтересовали мероприятия, которые пройдут в Люберцах в канун 75-летия Великой Победы. Луиза Егазарян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.